Привет, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Локи. Мы продолжаем играть в FIFA Карьера, и у нас очередной матч чемпионата против махачкалинского Анжи. Ну что ж, давайте посмотрим. Джорджевич хочет, чтобы мы его выпустили. Ну а почему нет? Давайте. Руководство команды, пускай он поиграет вместо Киржакова. Начало. Или вместо Быстрова, давайте. Ранюков у нас до сих пор травмирован. Тедумыч, он давно не играет. Может, забыл поменять? Нет. Оказалось, что он травмированный. Так, это тренировка. Ну вот, начинаем. Уже идет снег. Губачан. И мяч уходит от него же. Вицель пытался выбить мяч в подкате, не получилось. Борется Денисов. Дани. Отнимает мяч у двоих, пасует на Халка. Халк играет с Киржаковым. Киржаков на Вицеля. Ну, Джорджевич, открывайся, чё ж ты? Медлишь. Снова с Вицелем играет Киржаков. Можно пробить, но защитник выносит мяч. Вицель играет на Киржакова. Киржаков хотел пяточкой скинуть на Халка, не получается. И вот уже Анжи начинает свою атаку. Но Губачан в подкате выбивает и зарабатывает желтую карточку. Вот так вот уже на первых минутах матча первый горчишник есть. На 8-й минуте. Киржаков набирает скорость. И у него все-таки отнимают мяч, но выбивают в аут. Джорджевич подает на Халка. Халк бьет. И гол. Гол, друзья. Музыкант Халк на скрипке. На 14-й минуте. Отлично. Джорджевич. Голевая передача. Хорошо здесь подал, так и Халк переиграл защитника и вратаря. 1-0, хорошее начало. Денисов пасует на Дани, Дани на Киржакова. Киржаков на Джорджевича, Джорджевич играет с Вицелем, Вицель входит в штрафную. Но у него отнимают мяч. И вот уже Анжи в своей атаке. Бруно Алвеш. Губачан чуть ли не нарвался на вторую карточку. Киржаков играет с Дани. Киржаков в разрез на Халка. Халк, можно бить. Вратарь отбивает. Ах, из добивания у Киржакова не получается. Это Трауре, простите. Малафеев не смог зафиксировать мяч в руках, и тут Трауре в коленке ему головой прыгнул, но мяч все равно у нас. Марсело. Пас на Халка. Халк. Халк пытается набрать скорость, но у него выбивают мяч. Денисов. Махачкалинцы начинают свою атаку, но Бруно Алвеш выносит мяч. Выносит его в аут в центре поля.
Что там такое? Мяч попадает в руку. Вицель. Можно бить. Рикошет и угловой. Угловой удар подает Халк. Все выбивают этот мячик. Махачкалинцы на подхвате. Марсело против ЭТО. Но Марсело не дает себя обыграть. А вот тут уже они вдвоем разбираются. Будет подача, да, подача на дальнюю штангу. Здесь Губачан выбивает мяч в аут, и махачкалинцы продолжат свой штурм. Вицель хорошо отнимает мяч. Пасует на Джорджевича. Джорджевич играет с Вицелем. Киржаков, рикошет и угловой. Много ударов. Офсайд. Обидно. 36-я минута, друзья. Счет 1-0. Джорджевич пытался войти в штрафную, не получилось. Киржаков. На Халка. Халк бьет, но не очень сильно. По холодному мячу. Удар не выходит. Денисов на Киржакова. Киржаков с Джорджевичем. Джорджевич играет не точно. Ах, от Бруналвиш отскакивает мяч, но он тут же набрасывается на защитника. Вицель выбивает мяч в аут. Я думаю, Джорджевич отыграл уже свое, и пора выпускать Быстрова. Быстров. Автор забитого мяча Халк. Произведена замена. Быстров тут же бросается в отнимание мяча. Бруналвиш. Подача. Но Малафеев на месте. Быстро на Денисова. Денисов играет с Вицелем. Вицель. Быстров. Можно попробовать прорваться, да. Мяч у Владимира Быстрова. Будет подача, подача есть, удар головой, Халк. И все, друзья, первый тайм подошел к концу. Счет 1-0. Начинается вторая 45-минутка. Анжи начинает. Киржаков тут же в прессинг. Отнимает мяч у двоих. Пас на Быстрова. Быстров на Вицеля. Вицель играет с Дани. Денисов на Халка. Халк. Но Халк залез в офсайд. Обидно, обидно. Габулов выносит далеко мяч. Бруналвиш играет с Дани. Дани на Быстрова. Быстров один на один Киржаковым. Можно бить. Не получается. Киржаков играет на Халка. Халк с Дани. Множество рикошетов. И Анжи выходит из этого прессинга. Но ненадолго. Бруналвиш, Денисов, Марсело, Киржаков играет с Дани. Дани хотел дать в разрез на Быстрова, не получилось. Бруналвиш на Халка. Халк набирает скорость. Халк на фланге.
Ну помогите, откройтесь, Дани. На Киржакова. Киржаков можно бить. Но нет, накрывают опять и выносит далеко мяч на подборе Денисов. Хорошо, Вицель. Вицель бьет издали. Киржаков скидывает калку, удар. И накрывает. Вот уже Анжи Трауре. Но против него Ломберс, все хорошо. Денисов на Киржакова, Киржаков на Дани, Дани. Дани пасует на Халка, Халк. Халк бьет, но уже было положение вне игры. Замена у Анжи, 64-я минута, почти 65-я. Бруно Алвиш сильно головой. А как же вы отпустили-то его? Удар. Дани с мячом. На Халка. Халк играет с Киржаковым. И теряет мяч. Далеко. И офсайд, офсайд. Далеко заносили нашу штрафную, но Малафеев кулаками выбил. Хорошо, Марсело. Играет с Дани. Дани обратно на Марсело. Марсело на Халка. Халк. Халк играет с Дани. Дани на Киржакова. Киржаков в стеночку на Халка. Халк протиснется. Нет, Габулов первый у мяча. И будет далеко его выбивать. Но тут уже зенитовцы. Халк. Немножко подустал. Пас на Вицеля. Вицель. Вицель играет с Киржаковым. Неточный пас. Вицель не получается у него отнять мяч никак. Анжи все-таки что-то изобретает, но пока у них тоже ничего не выходит. Вот, может быть, опасно. Но Малафеев на месте, быстро скидывает на Быстрова. Вицель, Киржаков, Дани. Дани пасует на Киржакова, но Киржаков не успевает. Слишком уж сильный был пас. Марсело головой, не точно. Дани на Халка, Халк. И вот Марсело забегает из последних сил. Будет подача. Удар Киржакова не получается. Защита выбивает. Денисов борется. Все проскакивают. Ох, какой неудачный пас от Денисова получился. Восемьдесят девятая минута матча, друзья. Но Малафеев контролирует ситуацию. Быстро скидывает мяч рукой. Киржаков, Дани. Дани делает неточный пас. И все, друзья, все, финальный свисток. 1-0. Выстояли. И это хорошо. Малафеев лучший игрок матча. Я надеюсь, мы остались на первом месте. Посмотрим. Так, это групповой этап Лиги Чемпионов. Следующий матч у нас уже Лига Чемпионов. Это четвертая игра будет. Мы сейчас на первом месте там идем. Так. Да, мы на первом месте, на втором ЦСКА. Разница всего там в одно очко. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал. С вами был Локки. Всем спасибо и пока-пока.